Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Новый Volkswagen Golf, который я никак не мог увидеть, который можно было брать в аренду. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Hustle Online. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что я любитель покататься на арендной тачке. То есть иногда я не люблю брать свой Санта-Фе или свою ВАЗ-2114, чтобы проехать где-то там пару километров. Я беру в аренду либо Шкоду Рапид, собственно говоря, которую вы знаете, либо Шкоду Октавию, либо Volvo XC90. Вы знаете тоже эту тачку, это большой внедорожник, который тоже можно брать для аренды. Но постоянно я думаю, блин, неужели только эти тачки есть? Но оказывается, мне подписчик подсказал, что есть еще один идеальный автомобиль для аренды, а именно Volkswagen Golf. Я такой, чё? И поехал, конечно же, его взять в аренду, чтобы протестить вообще, что из него можно сделать, вообще как на нем можно покататься и какие он максимально скорости может, собственно говоря, вызвать. То есть на какая у него предел, с как он быстро может кататься, все это действительно мне очень сильно интересно. Поэтому я его взял в аренду, он стоит столько же, как и все остальные машины, то есть в принципе там 11 тысяч нужно платить за час. Да, это, наверное, дорого для кого-то, но ты берешь настоящую тачку в аренду, которая быстро ездит, у тебя нет никаких с ней проблем, и абсолютно с кайфом катаешься. Я думаю, что за это нужно даже поставить лайк такой машине, потому что это действительно, как по мне, нужная такая тема и довольно-таки интересная. Поэтому, блин, за это лайкос. Кстати, также у нее очень абсолютно новый вид. Мне кажется, это даже новее версия, чем в симулятор автомобиля 2. Ребят, напишите об этом в комментарии, что вы думаете. Это тот же самый кузов, как в симулятор автомобиля 2, или что-то уже поновее, поинтереснее, или что-то такое другое. Мне кажется, что это чуть новее, потому что в симулятор автомобиля 2 немножечко старее именно кузов этой машины. Ну ладно, это в принципе ничего. Главное узнать, сколько она едет на максимум, как быстро она может кататься. Вот этот вопрос меня больше всего интересует, какую скорость может добить на максимум предел. Опа, вот этот чё, я в какой-то столбик врезался, и я даже не понял, откуда он взялся. Я вроде бы его не замечал, ну ладненько. Мы вот сейчас заехали в город Южный, где у нас стоит припаркованная моя ВАЗ-2114. И я вот думал, почему она появилась тут, каким образом, и, видимо, здесь произошел слет всех автомобилей, видимо, все тачки перереспавнили сюда. Ё-моё, как же много игроков, видимо, реально все тачки решили сбросить в данную местность. Куда? Зачем столько много? Ё-моё, ребят, посмотрите, тут реально прям аж некоторые тачки уже начали дереспавниться. Но давайте проверим, напишем еще раз slash car и попробуем ее заспавнить, нашу ТАЗ-2114, открыть или закрыть, заспавнить, припарковать. Я не знаю, тут даже ее... Эй, я не могу ее увидеть. Открыть или закрыть? Вы должны стоять рядом с транспортом. Но я не вижу. Вон она моя, по-моему, четырка. Ее перевернула вроде бы. Или это Toyota Mark 2? Вообще непонятно, что происходит. Тут какие-то чуваки еще начинают стрелять по мне. Это вообще не круто. Походу сейчас мою тачку хотят сломать или что-то такое сделать. Но это не круто. Какие-то реально бандосы тут начинают нападать в этом районе. Так, нет, это не моя четырка была, я вообще заехал куда-то не в тот район, возможно, вот там моя четырка, блин, я запутался, вот это я понимаю, интересно, может быть, вон та четырка, это лично моя, может быть, ее реально угнали, блин, я пока что этого не понимаю, может быть, это, кстати, и моя тачка, ну-ка, давайте еще раз напишем слэш отметить кар, и, возможно, реально у нее просто угнали и привезли в этот город, было бы, на самом деле, неудивительно, потому что тачка была отметить
вид транспорт на GPS. Да, ребят, прикиньте, ее угнали из-за того, что она была открыта. Вот это я понимаю дела с автомобилем. Я вот понимаю, что очень круто получилось. Просто мою тачку взяли и куда-то, блин, угнали. Вот это я понимаю. Блин, еще тут этот забор, не могу через него пройти. Вот это понятно. Так, а если мы попробуем закрыть тачку, они же больше не смогут в нее залезть, да, по идее? Но они пользуются и как своей, походу. Открыть или закрыть? Так, лично от общанки закрыл личный транспорт. И, походу, они больше не смогут. Так, тут какая-то реально войнушка происходит. Они просто взяли, угнали мою четырку и начали ей пользоваться. Вот это, конечно же, интересно. Интересный поворот. Ладно, как-то через эту груду тачек нужно проехаться, оттолкнуть это все тут и продолжить все-таки кататься на в этом гольфе. Потому что, блин, так хотел на нем именно прокатиться и задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в замечательную и прекрасную игру Hustle Online? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой Android или iPhone телефон. Нет разницы, что у тебя iPhone, Android смартфон, iPad или планшет. Благодаря, собственно говоря, этой игре вы можете в нее играть на любом устройстве, разницы нет. А также, благодаря гибким настройкам графики, ты сможешь настроить игру так, чтобы она у тебя вообще не лагала и будет вообще супер. Тут безумно крутой онлайн. Если что, я играю на 14 серваке. Подключайтесь туда и играйте вместе со мной. Я уверен, что этот данный проект вам очень понравится, потому что тут большая русская карта, много, огромное количество машин, много чем можно заняться, много профессий и много реальной жизни. Поэтому Hustle Online реально топ игра на телефоны. Поэтому всем советую в нее уже наконец-таки поиграть и понять, что такое действительно прикольный контент в игре. А также, ребята, чтобы сразу получить деньги в игре, смотрите, что вам нужно будет сделать в чатике. Пишите вот так вот слэш, один разок, потом меню, вот так вот меню пишите. Окей, отлично, открывайте кнопочку меню, вкладка, и переходите во вкладку 11, промокод. Дальше, вот тут вы пишете замечательный промокодик, так, ё-моё, что-то у меня опять сбросилось, пишите вот так слэш меню, вот так вот, отлично, пишите слэш меню. Дальше переходите во вкладку 11 промокод, нажимаете выбрать и вот тут пишите большими буквами ТОП, вот так, то есть три буквы ТОП, вот так вот три буквы ввели и получили крутой бонус. А также, ребята, если у вас возникнут какие-то проблемы с установкой игры, я вам обязательно помогу. Просто, ребята, посмотрите ролик в описании, он вам легко поможет установить игру без каких-либо проблем, и вы поиграете на любой тачке, на какую вам хочется. Особенно вот советую покататься на арендной тачке гольфа. Блин, потому что это реально прикольный автомобиль. Покупать особо его себе не нужно в этой игре. Это как в симулятор автомобиля 2. Ты просто его взял в аренду и кайфуешь. Реально новая тачка в аренду. Да, и в симулятор автомобиля 2 эта тачка в каршеринге используется. И тут, поэтому, блин, ну это круто. Это прикольно. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии и кодовое слово в этом ролике. Пускай будет гольф. Все, кто напишет слово гольф, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч. Йоу, а я сейчас подлечу куда-то. Йоу, вот это поворот.